8 Они ближе, ребята, они ближе, это очень страшно. Будьте внимательны. Дима, они за тобой, походу. Да ну вас! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Серега, Стенка, Неон Кэт, пацанчики, скажите крутые слова. Всем приветики, облечки. Всем привет, попяк. Я здесь на вышке поставлю бензопилу, кто я первого отберет, тот и маньяк. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в лабиринте. Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, бежим со всей силы. Что же нам еще делать? Так. Я упал в лабиринт, fucking shit. Серега. Ура, да. Ну, я рядом уже. Да, хорошо. Я почти взял. Ой, блин. Кто-то бензопилу взял. Я слышу звук бензопилы. Сенка взял. Бульбасавр, ну что ты такой слабый? Серега, ты где? Я сдох. Серьезно, тебя запилили? Да. Димас на вышке. Эй, где ты? Твоюшка лошматки, блин, да ты псих какой-то. Да почему так все быстро произошло, Серега? Потому что. Да ну блин, да ты какая-то читерская пила. Отстань, Дима. А где ты, где ты? Я же тебя видел только что. Секири. Тебя видел. Ребята, будем бежать на интуицию. А вдруг найду? Так. Внимательно, внимательно. Где он? Я его не вижу. Так, надо, короче, на вышку бежать, потому что только на вышке видно. О, на вышке стоит настоящий игрок. Нет. Так, 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 так. Вижу. Я тоже вижу человека одного. Тут спринтра бегает, я его вижу. О, есть. Запилили. Так, кто еще живой? Стрим. Вижу. Я то есть бензопилой челик бегает. Блин, так я никого и не запилил. Хочу запилить. Так, 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 так. Вон, вижу. А какой скин Чика. У него? Чика? Чика Найтмар. О, иди сюда. В какой части лабиринта он, Серега? Возле вышки где-то. Я бегу, 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 бегу. Вижу. Вижу, он на вышке вообще тусуется. На вышку все, пацаны. Нет. Лучше запустим пилу сразу. Мы можем, кстати, стоп-словом прописать, и не слышно звук пилы. Я думал, ты по мне стрелять вздумал. Так, 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 так. Сережа. Мы его должны убить. Убил. Да ладно, убил. Так четко. С прыжка. Офигеть, ребят, это было эпично. Ну что, сейчас время жесткого убегания. Вы готовы, ребята? Время веселья. Ой. Господи, спаси и сохрани. Я сразу, короче, ребята, бегу на башню. Выживаем с башни. Я уже на башне. Да? Ну что, ребята, ждем. За сколько времени к нам добегут злостные марионетки? Я кстати, вижу. Я уже вижу что-то, Серега. Давайте посмотрим, можно ли убрать ихнюю кремерную морду. О, можно, кстати. Ну только я теперь не знаю, агрится за мной кто-то или нет. Пацаны, вы готовы умереть? Дима. Я вижу, они приближаются, Серега. Они уже ближе. Дима, они, походу, все за тобой бегут. Ты думаешь? Эти... Да, потому что у меня нету скримеров. Да ладно. Так, 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 смотрим, ребята. Сейчас они должны в башню забегать. Но я знаю один способ, как выжить, я знаю. Вон, 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 все, три марионетки, 4, есть, 5, есть, 6, есть, 6, 7, 8 Они ближе, ребята, они ближе, это очень страшно. Будьте внимательны. Дима, они за тобой, походу. Да ну вас! Серега убила! А вот теперь за мной. Убила, убила, пацанов, отлично. Ну что, я нашел, как всегда, выход из ситуации, я остался живой, а пацаны начинают погибать. Ну ты хитрозадый, сам сдох это и... Какой сдох? У меня 80 хп. А тогда почему марионетки на меня накинулись? Не знаю. Они я вот... Вышли. Да, я знаю, но видишь, и пацанов убивают, значит, не за все за мной. А что ты за мной думаешь, что они всегда?
Очень опасно. Очень опасно падать, так что надо прыгать каким-то запастиком всегда. Чпоньк. Чпоньк. Они прям возле меня, смотрите, ребята. Так, а нету, где? Я же видел, только что здесь была. Я нашел способ, как их обмануть. Да? Как? На край башни стою, когда к тебе идут, прыгаешь в бок, и они падают. Блин, точно. Еще? На тебе еще парочку. А я-то умер. А, блин, зря только навалил тебе 100 штук. Так, ну а что, пацаны? А не миллион? Не миллион, потому что начинает подлагивать карта, не тянет. А тут парочку марионеток застряло, кстати, в стенке. Так, ну что, вы не хотите спрыгивать? Нет. Зря. Зря, пацаны. Я спрыгнул и снова на башню залез. Секунду. А вот теперь вы будете спрыгивать. Ребята, где вы увидите выживание в лабиринте с аниматрониками и смерчем? И торнадо. Ну что, мне жопа, мне скинула вниз. Вот это эпик у нас, классно, ребята. Мне нравится такое. Серега, тебе нравится? Это жесть. Сейчас они ко мне придут. Надо воду. Надо воду. Я понял, как выжить. Они когда будут на дне ходить. Так. Интересно, на воду придет ко мне смерч? Ой, я вижу, там кто-то полетел. Я встаю. Анимай их еще. Давайте посмотрим. Блин, мелковато. Мне кажется, достанут мои пятки. Вот, нету. На берег не идем. Ой, сейчас смерч, наверное, меня выкинет. Вот это он мигает. Серега, ты где? Я на башне стою. Молодец. Они прям подо мной, смотрите, три. Три штуки, внимательно. А как от них отбежать? От них не убежать уже. Разве чтобы они на другого переключились. О, вот так вот надо к этому челику идти. Базава, на тебе. Я тебе немножко подарил одного штучку. На тебе еще парочку. Только не тебя переключается, сразу убегаю. Этот торнадо громкий, конечно же, минус уши. Да, мне нравится, круто получается. Я люблю вакханалию. И мои подписчики тоже. Да, кстати, да, Серега, стоп-саунд можно. О! Нате вам! Ой. Дима еще марионеток поставил. Не, я сейчас умру. Блин, да я знал, что я умру, если честно. Идет. Они голимые, эти марионетки. Они меня вечно убивают. Нельзя? Блин, печально. Сейчас. Сейчас меня убьют. Тебя защищу. Защитишь? На тебе, гори огнем. Ну чё, давайте, идите ко мне. Я покажу, ребята, как надо выживать. Разгоняйте ее резко в сторону. Резко. А, блин. Ой. Учитель, который умирает. Ого, у нас тут веселье, ребята. Такое я люблю. Пошли в жопу. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Прощайте. Блин, а... О, отлично, здесь я могу немножечко постоять. Серега, ты где? Я марионеток расфрижу, они все в стенке застревают. Ага, из-за стихийных бедствий, наверное, подкидывала их. Они застреют. Так, ребята. А, берем правильно. А, луч. И красивый замах делаем. Оп. Нет, криво. Надо дальше, что я погибну. Хватит вот эту бомбу. Серега. Я, короче, кидаю в лабиринт бомбу небольшую, маленькую. Блин, давай, сам давай. Себя взорвал. Идиотус. Ты жал, смотрите, какой взрыв был. Ты бомбу знаешь, куда кинул? Ты не в лабиринт, ты в океан кинул. А я знаю. Смотри. Прощайте, ребята, это вы были хорошими людьми. Ой-ой-ой. А, тут сталкеры же были, я их поубивал. Чё, Серега, не то? Не, слабенький. А чё? Вроде же нормально. Че, нормальная бомба? Ой-ой-ой! Ух ты! Что там творится, ребята? Вся карта. Серега, ты что там взорвал такое?
У меня аж вылетают кадры. Да это жесть, надо сваливать, сейчас опять убьет. Не успел. У меня на экране какое-то мутное все. А, я, наверное, себя подрубил эту штуку. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.